Всем привет! Сегодня на рыбалке, на таком небольшом водоеме, уже здесь был не один раз, водоем известный. Приехал половить окуня. Ловить буду на дропшот, так как водоем заросший, нормально так заросший. Трава постоянно цепляется на джиг, микроджиг. Не половишь, поэтому так ловить буду на спиннинг фаворит Bluebird, тест 1,7 грамм, катушка Shimano Ernos 2500, 0,6 шнур, 0,6, так как уже сказал, травы много и зацепов много, чтобы меньше обрываться. Сегодня не один, с детьми приехали. Будет шумновато, но это дети. Ладно, не буду тянуть, буду начинать рыбалку. Погода сегодня хорошая, солнце, жарко. Но обычно на клев окуня-то хорошо влияет летом. Посмотрим, как он будет клевать. Времени сегодня на рыбалку, правда, немного. Совсем немного, от силы час, а то и того меньше. Есть другие дела еще, просто решил заехать, дети заодно погулять. Но вон трава даже, дропшот и подцепляется. Заехал, так сказать, душу отвести за нот. Сниму, посмотрим, что получится поймать за это время. Получится ли вообще. Но я думаю, что-то поймать должны. Ну что, немного покидал здесь. Не клюет. Пойду дальше искать. Времени немного, долго стоять на одном месте не буду. Буду искать активную рыбу. Попробую здесь. Такое интересное место. Эта сторона помельче. Здесь везде, в принципе, мелко. А здесь еще мельче. По сравнению со всем водоемом. Может, травы меньше будет. Тут такой всплеск сильный сейчас был. Это щука была 100%. Видишь, как волны расходятся. Поклевка была. Есть! Есть! А вот и первая рыба, кстати, забагрилась. Сейчас ближе покажу за верхний плавник. Но зато уже какой-то результат. Это не считается, конечно, но все же. Сейчас отпущу, продолжу. Отпускаем рыбу. Пошел. Я реально взяла на руки рыбу. Сколько радости у ребенка. О, как четенько уложил. Там трава кинул. Самое-то, где прыгает рыба. Там чувствуется трава. Главное, чтобы на крючок она не попала. Поклевка. Самый центр кинул. Где пришли поклевка. Снова поклевка хорошая. И опять было. Есть. Хорошая. Вроде получше. Ага, вот, уже получше. Это такой неплохой размер. Дропшот в жару.
Сейчас попробую еще туда же. Вообще хорошо бросил. Выходи на этот берег, пожалуйста. Это можно упасть слегка. Поклевка. Хорошее место нашел. Опять. Прям несколько ударов было. Неплохо клюет. Так много холостых поклевок. Уже, наверное, приманку стянули. Там приманка такая уже. Надо выматывать, уже явно стянули. Да. Так, несколько поклевок выдержала. Сейчас еще заброс сделаем. О, как хорошо попал на рыбу. Вот поклевки сразу. Нигде поклевки далеко не увожу. Один оборот, пол оборота. Кончиком подергиваю. Клевка. Вот как хорошо закинул, не в траву. Сразу поклевка. Но травы здесь много. Почти все время на нее попадаешь. И закинул, как прыгали. Ого, какая поклевка была мощная. Так ударил. Есть. Поменял приманку, свежую поставил. Есть, но небольшой окунь. Перед этим был сильный удар. Ну, средний за сегодня со всех окуней. Но главное, клюет. Вот, поменял приманку, такую поставил. Шишка, по как ее называют. Танта. Еще один окунь. Нет. Есть. Снова небольшой. Главное, клюнул. Главное, поклевка. Спал возле берега такой небольшой. Алиса, это покажи. Сегодня самый частый размер. Отпустим мелкого. И второго. Какие всплески. Какие всплески. Ого, вот это удар был. Сильный. Так, в руку стукнуло. Хорошая поклевка была.
до холостая. Такую достать было бы. А дальше можно вматывать. Стянул приманку. Ну что, наверное, рыбалку уже буду заканчивать. Время закончилось отведенное. Нужно уже ехать, еще другие дела. Результаты увидели. Рыбу поймал за такое короткое время неплохо. Окунь в основном не крупный. Один неплохой попался. Ну, в общем, считаю, рыбалка удалась за такое время. Несколько рыб поймал, поклевки тоже были. Холостые, но-то на дропшот реализация меньше, по крайней мере, у меня так. Вот поклевка была возле берега, кстати. Ну, уже все, буду собираться. Кому понравилось видео, оценивайте, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!